protest. Tonight, we march towards Harsman Gate. Our fight is against the Khazar's imperial rule and our right to self-determination. Join us in the streets. We will not be defeated. What the hell am I doing? I should be out there. Hello? Hello? Please, let me in. I'm being followed. Come inside. Who's following you? System tampering detected. Go, hide. What the hell is going on? Hey, don't touch that! Where is she? Who? We know she's here. We saw her come in. Again, who? Long dark hair. Knives for eyes. I'm afraid you'll have to be more specific. Far too many dark-haired beauties pass through that doorway on a regular basis. Anahia Sorkinen. Escaped from island prison over a week ago. Well, in any case, I've never seen her before. She's been reported coming in and out of this building. Like I said, many dark-haired beauties come through here. But I would have remembered that face. I can't tell if you're my savior or my captor. Forgive me, Anahita. What the hell is that on your arm? The Ark, an ancient cybernetic time weapon. You can trust me. We're on the same side. I'm not on anyone's side. But aren't you? You opened the door. You protected me from the Khazar. We're on the same side. You are a guardian of the Ark. How can that be? The call of the Ark is built into your DNA. See for yourself. Всем привет, привет, привет! Это с вами Life Gaming Cruz, и мы играем в новую игрушку. Ну, по крайней мере, я думаю, что она новая. В общем, у нас такой чел, а он только что спас девушку. Мы мега крутые. У нас теперь есть рука, нам подарила девушка руку. Теперь мы продолжаем следовать за ней. Тут у нас какое-то восстание вовсю идет. Я пытаюсь настроить мышку, поэтому у меня так все скачет. У меня она была настроена больше на контру, на снайперские выстрелы, конечно. Но какие красивые у нас тут картинки. В общем, у нас идет типа гражданской войны, кто-то за что-то борется. Особо непонятно, но у нас есть рука, теперь мы крутые. Теперь мы тоже в восстании. Вот так просто завербовали. Отлично, но у меня осталось 86 здоровья. А, ну в принципе здоровье восстанавливается. Все плохо. Они стреляют только в меня. Девочка красавица, конечно, но эти челы стреляют только в меня. И рука перегревается, как мы видим. Follow me. Бабах. Follow you, так follow you. У тебя одна нога была, по-моему, сейчас. Нет, не... Ух ты ж, мать его! Как это она сделала? Watch out. Не вопрос, watch out, так watch out. Вс,
Все-таки снайперские здесь способности решают, бошку не быстрее умирает. В основном 3 выстрела им хватает, перезаряжать руку не надо, что очень супер. Избавляет от лишения клавиш. Ну, как ты это делаешь? И почему я так не умею? А как? Откуда они появляются? Что случилось? Этот город другой. И она убежала. Ну ладно, убегаем тоже вместе с ней. Он, кстати, так эпично разворачивается на развороте, прям супер. Он так... Ты убила опять кого-то? Когда она делает прыжки, мне кажется, что она бомбу взрывает. Вот что за хрень это была? Почему я не как ты прыгаю? Я хочу так же. Научи, тварь. Бегает от меня еще. Я так и буду за тобой прыгать? Типа, чувак, учись активно прыгать, тебе это пригодится в жизни. Кого ты взрываешь? Что будет, когда она перегреется? Я не смогу стрелять, ну все понятно. Когда хрень перегреется, я не смогу стрелять. То логично, по крайней мере логика здесь присутствует хоть в одном. Перегрев. А вот здесь дверка была, почему мы туда не пошли? Эх, девушка меня радует своими объяснениями. Прям нереально. Ну я так обойду. Господи, нужны мне твои приколюхи, конечно. Да, конечно, нужны. Ух ты, какая шустрая. Зачем? Ну естественно. И потом еще скажите, что это была не подстава. Я не поверю, что вот это была не подстава. В башне-то они мне неплохо накрыли. А еще был один там. Нет, все, кончились. Но это была явная подстава, что я туда провалился. Все ясно, ты меня не пропустишь. Придется типа искать другой выход. Ты же умный чел, давай ищи. Либо все-таки убегай. Ага, блок питания. Все понятно. Прям гениально, все без объяснений, все становится понятно. Вот всегда бы так в играх. Ой, спасибо за объяснение вам. Да, не за что. В принципе, ты здесь можешь пролезть, но мы не дадим тебе такой возможности. Ой-ой-ой-ой, прям в спину-то. Красавчик. Все-таки да, в башню не лучше убиваются. Что будем стараться метиться. Мне чтоб автомат такой дать, вот обязательно нужно было на руку вот эту хрень лепить. Мне вот привычно с автоматом бегать. Ну наконец-то, где моя девчушка-то? А мы видим, что против нас слишком много. Нам бы спрятаться и восстановить жизни бы, конечно, бы не помешало бы. Дзинь-дзинь по нам пытается прострелить охранник. Ну, типа, все опасно. Я же говорю, типа.
Ой-ой-ой. Я же говорю, типа все опасно. Вообще, как бы опасности я тут вообще нигде не встречал пока. Но это опять же обучалка. Ага. А там у нас... Там у нас был реактор, который питает дверку и все такое, поэтому нам прыгать туда. Пацаны, я прыгаю. Здоровый чел тут бегает во всю. Пытается что-то здесь разрулить. Объяснение прям тьма. Вагонами сыплется на меня. Окошко? Ну гениально ж. Я же говорил, что все гениально. Ты, естественно, не открываешься. Ой. Если это обучалка, то она затянута. Честно, как по мне, затянутая обучалка. Понятно, типа, мы вам покажем все и все такое. Ну, затянули. Где моя подруга? Подруга, друга, ты где? О, радиатор. F. Не вопрос. И чё? Time slow. На правую мышь целиться и нажмите E. Договорились. Ой-ой-ой-ой-ой. Где еще? Откуда? Назовите себя. Кто откуда палит? Ой, какая хрень ко мне идет. А я вообще должен его побеждать или нет? Я заметил его, конечно, но мне особо это не помогает. Потому что эта хрень идет ко мне. Валим отсюда. Вообще, я должен его убить или нет? Вот в чем фишка-то. Можно его убить? Да, его можно убить, оказалось. Как ни странно. Ну, странновато, конечно. Что я вообще тут с ним сражался. Та хрень вышла вот из этой черной камеры, где ничего нет. Ой, прям гениальные разрабы, прям все объясняют, прям все-все-все-все-все до мельчайших подробностей, что вообще между кем война, зачем она вообще. Ой, рычаг! То есть я могу не только стрелять, я могу возле себя еще создавать эту фигню. Ладно, допустим. Такое ощущение, что они это создают методом понижения FPS жестким. Давайте сделаем тайм-мод, как бы, чтобы все просто понижалось, FPS и все. Чувака флагало. И будет замедление. Вот, вот и после. Слышала, что ли? О, да-да-да. А нет, 60. Не, нормально, 60. На топовой видяшке-то. А, там ограничения установил. Ну и ладненько. В принципе, все путем. Чел какой-то. Мне не нравится он. Я психую вот из-за таких челов, которые стоят. Лучше бы вот, реально лучше бы я вон ту хрень перепрыгнул, если честно. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, у меня перегрелась пуха. У меня перегрелась пуха. А, в принципе, нормально. Замедлили чувака. Что там? Ничего не было? Просто остатки. Как я говорил, это объясняется все и вся. Ой-ой-ой-ой-ой.
4 жизни. Ну? Он не может выбрать, куда пойти? Нет, смог. You down! Я полностью с тобой согласен. Approximately 30-40 секунд ждать для восстановления. А это ж в батле даже первое меньше ждать. Ух ты ж, мать его! Давай, открывайся. Да, я помню. Сейчас пойдет движуха. Ничего они мне посносили-то. 80 жизней оставили. Я офигею с этого геморроя. Больше всех, конечно, мне снес сторожник. Вот и пушка загорелась. Ничего. Да пофигу, стреляй, дружище. У меня тут пушка просто кончается, а так-то вообще мне как-то пофигу на тебя глубоко. Пусть застрелись. Ну вот и все. А вроде в того-то что-то будем делать. Прикольно, они оставили рычаги, как раньше, как в старых добрых временах. В неосовременной, я так понимаю, не представляют эту фигню, как неосовременная игра, и тут... Старый рычажный механизм. А чтоб открывать решетки на воротах. Только что я какую-то систему там фигню, а потом решетку вот такую открыл, как. Блин, много-много вас. Ой-ой-ой. Так и становятся инвалидами. Соточка. Промахиваюсь я этими мега выстрелами своими. Так, а у нас сейчас выйдет мега крутой чел, да? Как я помню. Убегаем от него, убегаем. Соточку поднимем и пойдем в атаку. Где он? Обошел он, как мы и думали. По вот такому пути. Че, ты умер? Он, я думал, он присел, а он умер. Умер и присел, присел и умер. Ох ты ж, мать его! Вот это да!